Кто бы вам сказал, что такое-то возможно? Представляете, торговые ряды на автомобилистов 8D. То есть заезжаете сюда, два павильона 49 и 50. Цены просто халява. Представляете, каким образом можно было бы вам сюда заехать и понять о том, что здесь вам рады. Здесь вам рады в преддверии Нового года. Получается, пены это вообще дешевые, да? А все остальное тоже. И это опять же халява. И все это только для вас. И все это, естественно, с Новым годом. И для этого замечательного праздника фирма «Строй Урал Опт» приготовила мега-призы. Очень актуальные для тех, кто хочет встретить Новый год в ремонтированной квартире. Так вот, тема халявы начинается прямо на входе. То есть заходите и смотрите на пену. Пены здесь не просто много, здесь ее очень много, но для вас замечательные 65-литровая пена «Титан». Цена вопроса 189 рублей. Представляете, на 65 литров мне хватит, по-моему, чтобы трехкомнатную квартиру застеклить. И всего-то 189 рублей. Но кроме всего прочего, вы просто зайдите и посмотрите. Здесь много таких вещей, которые стоят в разы дешевле, чем где-либо. Да, это точно, потому как многие зарабатывают, а здесь получают дополнительный доход. Ну, естественно, зарабатывают, но не ставят это целью. У меня есть брат, он находится в Екатеринбурге, он занимается продажей перчаток. И продает он перчатки классные. Дело в том, что в Швеции делаются вот такие вещи. Но, к сожалению, перчаток за 7,50 у него нет. А здесь есть. Просто посмотрите, сколько их. Заказывайте и покупайте. Ну и вот это, конечно, очень клево. Это перчатки для зимы. Тут, кстати, таких мелочей-то много. Но не на мелочах работает «Строй Урал Опт». Да потому как, пройдя метро, я понял, что все здесь есть и дешевле. Конечно, вот тема гипсокартона и всего, что связано со строительством. Естественным образом, вы не сможете очень быстро закончить все это дело в преддверии Нового года. Но, тем не менее, зайдите и посмотрите, какие здесь супер и мега цены. И в этом убеждаешься, глядя на ценники. Ценники здесь для тех, кто может экономить и тысячу, и несколько тысяч, а иногда и сотни, в зависимости от планировки дома либо квартиры. А еще мне бы хотелось вам показать изовер. Изовер тут тоже недорогой и по цене тоже так, примерно в халяву. Потому что, дай бог, скоро получится такое, что ко мне обратится один человечек, и я вам покажу, как недорого можно построить небольшой домик для комфортного проживания. Потому как для комфортного проживания, я вам честно скажу, необходимо что? Вам необходимо место для этого супер-мега домика, где, естественно, там, где есть сады. Потому что сады это сейчас тоже для вас сделано. Вы ставите небольшой кусочек, обрабатываете его и спокойно потом живете. А уже затем, когда вам все это дело понравилось, ну, пристраиваете себе и получаете за копейки трехкомнатную громадную квартиру. А так оно и получается. И не стоит вам думать, что евроремонт очень дорог. Евроремонт дорог, конечно, но со «Строй Урал Оптом» он получается на 30% дешевле. Сейчас расскажу, вы сюда приходите и понимаете, что где-то кто-то денег на вас не зарабатывает. Потому что у этого человека есть, естественно, дом и в саду Мичурина 6. То есть человек сразу понимает, где можно себе построить нормальный дом. Так, чтобы не ограничивать себя в размерах. Представляете, сад, а там 6 соток земли. Если сильно захочется, и внуку там место будет, и правнукам. И естественным образом, зачем тогда деньги с вас, господа магнитогорцы, брать? Когда все можно купить прямо здесь. Ну а как доехать сюда? И, естественно, компьютерная графика, и мы вас приглашаем на торговые ряды на автомобилистов. Доехать сюда так же просто, как и съездить на Соленое, по старой дороге. Вот только до Соленого не едем. Едем по вокзальной до дивного поворота направо. Тут и рекламки всякой много, затем до торговых рядов на автомобилистов. И дальше по нашей карте. И вы не ошибетесь. Павильон 49 и 50. Так вот, что же такое халява? Я вам сейчас расскажу. Для этого вам необходимо приехать сюда, на улицу Автомобилистов 8D. Павильон торговые ряды на автомобилистов. И вот два места, 50 и 49. Для того, чтобы понять, в какую цену вам сегодня дают товары, которые вам необходимы. Потому что в конце-то концов, просто нужно в короткие сроки закончить ваш замечательный ремонт. Для того, чтобы потом и меня пригласить, да и других к себе на замечательный новый.